Всем привет, дорогие друзья, с вами Дед Маус, и сегодня у нас наступило 8 июля 2014 года. Это значит то, что сегодня мы с вами подводим итоги конкурса. Победителей я буду искать с помощью программы Лизонайр. Я не знаю, что это вообще за программа, но в принципе пользуюсь я первый раз. Что ж, давайте начинать. Вот у меня есть такая штучка, вот мой конкурс, и что ж, давайте зайдем. Так, ой, господи, сейчас были кое-какие звуки странные. Вот, все, ребят, зашли, и вот, ребят, все, вот он наш конкурс, мне нужна ссылка на него. Вот, и сейчас выберется отсюда просто-напросто рандомный комментарий. И, конечно же, найдем победителя. Что ж, дорогие друзья, давайте приступим к первому победителю. Так, I'm free lacking, или что там было написано, я не увидел. Так, игровой канал Мончика, это первый победитель. Сейчас проверим, конечно же, все. Так, первым делом это каналы. Так, кстати, люди, вот это давайте я сделаю сейчас вот музыку, вот, чтобы звука не было. Вот, отлично, каналы. Так, подписан ли он на меня и на спонсора? Спонсор у нас был Древо подписан. И на меня подписан, это хорошо. А, вот, первое, ты уже, конечно же, можно сказать, в первый этап прошел. Вот, ВК, теперь зайдем. Вот сюда. Все, ребят, заходим сюда в ВК и смотрим, что у нас здесь интересненького. Так, и ну-ка. Вот, отличненько, вот он как раз-таки этот репостинг есть. И, ребят, думаю, лайки. На лайки я смотреть не буду, да, вот главное, чтобы было, ну, подписки, чтобы были и репост. Все, ребят, ты первый победитель. Так, как тебя там зовут? Я немножко забыл. Так, господи, я запутался везде здесь. Вот, игровой канал Мончика, ты первый победитель, я тебе ВКонтакте прямо сейчас пишу. Так, ты выиграл лицензию, где? Вот мои сообщения. Тихо, нет, не сюда, назад. Так, отправить сообщение. Ты победил. Скоро вышлю лицензию. Все, отличненько. Вот, так, давайте скопируем, чтобы потом сразу всем отправить, кто еще победит. Копировать, отличненько, отправить. Все, ништяк, ребят, первый победитель у нас есть, я тебя, конечно, поздравляю. Идем дальше, так, Free Lucky, или что-то написано, я просто не успевал прочитать, давайте заново сейчас что прочтем. А, второй победитель это у нас DJ Phonics, или как его называют, я не знаю, извини, пожалуйста, если неправильно прочитал. Заходим на его канал и смотрим, подписан ли он на меня и на спонсора каналы. Так, проверяем, все тщательно проверяем, так, где я, где... Еще кое-кто, так, Древ, в смысле. Вот, я вот Древ, отличненько, на первый этап ты проходишь. Идем дальше с вами. Так, где вот, это можно убрать, конечно же. Вот это тоже все убрать. На первый этап ты прошел, и теперь заходим в контакт. Так, ну-ка, копировать. Немножко, ребят, я заикаюсь, потому что как-то неудобно мне. Я сейчас сижу со старого компьютера, так как на том просто-напросто нету интернета. Вот, ребят, сейчас мы, конечно же, ему тоже пишем. Ты победил, лицензию скоро. Ой, блин, ё-моё, не так делаю. Так, сообщение, конечно же, вот. Давайте скопируем сейчас быстренько. А, ну просто ну, сейчас напишу. Где это было? Стоп, потерялся немножко. Стоп, вот, отличненько. Вот, ребят, пишем, конечно же, ему. Ты победил. Жди лицензию. Отличненько, ребят. Вот, второй победитель есть. Я, конечно же, тебя тоже поздравляю. Идем дальше, ждем, ребятки. Вот, time free lucky. Вот как написано все же было. Я просто прочитывать как раз таки не успевал. И кто у нас следующий победитель? Да, Миша Кенни. Сейчас проверим, конечно же, подписался ли он на Древо и на меня. Ну-ка, каналы. Нет. У него не открыт фит, а это означает то, что ты, чувак, не проходишь. В конкурсе именно не побеждаешь, не выигрываешь лицензии, так что извиняй, ну, в принципе, ты сам не выполнил правила. Это не мои проблемы, идем дальше, и что здесь у нас написано? Так, ну-ка. Так, Юлия Петрова. Так, конечно же, заходим сюда. Сначала ВКонтакт, давайте зайдем быстренько, просто проверим. Не знаю, почему решил я сначала ВКонтакт скопировать. Не понял. Почему он не скопировался? Странно. Стоп, давайте вот так сделаем. Не могу, ладно, давайте заново тогда попробуем. Я не знаю, почему так. Вроде как ВКонтакт он должен заходить. Странно. Ну окей, я не могу зайти ВКонтакт, так что мы пропускаем, идем дальше с вами. И что здесь у нас? Этот диджей, этот был же у нас. И так, все, ждем, смотрим. Сережа Меркулов, участвую, написал. А ВКонтакте ты не оставил. Так что я не могу. По правилам нужно было ВКонтакте оставить. Я знаю, ты у меня есть ВКонтакте в друзьях, но ты не оставил. А по правилам нужно было в комментариях оставить обязательно свою страницу. Так что ты тоже извини, но ты не выигрываешь лицензии. Идем дальше. И что у нас? Кто здесь? Гаммер ПБ. Геймер. Ну, не знаю, как это называется. Ладно, участвую. Давайте зайдем сначала на его канал и посмотрим, открыт ли у него фит. Каналы и... Вот, подписки. Давайте посмотрим, кто у нас в подписках здесь есть. Ага. Так, я есть или Древ? Так, еще. Ну-ка.
О, господи, на скольких же людей подписано там? Много, смотрите-ка. Ладно, ребят, смотрим, еще раз смотрим. На Титмауса и, ну, в смысле, на меня и на Дрэба он подписан. Так, теперь заходим в ВКонтакт, конечно же, его, и смотрим, что у нас в ВКонтакте интересненького находится. Так, и ну-ка. Вот, давайте ищем репост. Есть репост. Ну, как так, нет репоста? Что, серьезно, что ли? 29-го. А, нет, есть репост, отличненько, ты побеждаешь, ты третий у нас победитель. И это, ребят, очень клево, я тебя поздравляю, конечно же, идем дальше. I'm free lucky, так, давай, быстрей. Так, Юля Петрова была, не могу зайти в контакт почему-то. Так, здесь кто у нас? Кто сейчас будет? В гостях у Мозик, конечно же, сейчас посмотрим у Мозик. Так, заходим в ВКонтакте для начала, давайте проверим, да, ВКонтакте есть репост или нету. Копировать, вставить вот сюда, давайте вставим, вот, отличненько. И репост должен быть, по-моему. Да, отличненько, он есть здесь. И теперь зайдем, конечно же, в YouTube, вот сам на его канал, и посмотрим, что здесь каналы, подписан ли, вот, на Древо на меня подписан. Повторяюсь, лайк это не сильно обязательное правило было, вот обязательно нужно было подписаться и репост сделать. Отличненько, ты четвертый победитель, я тебе, конечно же, пишу. Так, я забыл написать еще одному чуваку, Гаммер ФБ, ему ВКонтакте забыл написать. Но я думаю, сейчас я ему поздравления, конечно же, вышлю. Так, мои сообщения. Ой, не так, Мози. Отправить сообщение. Ты победил. Лицензия твоя. Скоро вышлю. Отличненько, ребят. Вот, мы ему, конечно же, тоже отправили. Ништяк, готово. Так, Гаммер ПБ, блин, как бы мне его найти? Давайте зайдем быстренько в YouTube. Тут вот оно у нас. С другого компьютера говорю, сижу. Так, что это у нас такое? Сказал, почему клипы? Я же навел просто YouTube, да. Вот, сейчас зайдем на Титмауса на меня. Просто тут я сейчас не авторизован. Титмаус, вот. Отличненько, заходим и смотрим. Так, вот, господи, тихо, звук. Нет, без звука. Вот, и смотрим, что, где он, Гаммер ФБ, я помню, просто забыл ему написать. Так, кто-то мне ВКонтакте что-то написал? Кто же это, интересно, был? О, господи. Нифига себе. Так, вот, Гаммер ПБ, страница ВКонтакте. Сейчас ему напишем то, что ты выиграл. Отправить сообщение. Ты выиграл. Ой, господи. Лицензию скоро отправлю. Отличненько. Вот, ребят, вот сюда вставляем. И теперь пора искать пятого победителя. Те, кто еще не победил, скрестили пальчики в крестики. И давайте. I'm free lucky. И кто же у нас это победитель? Так, проверяем. Давай. Так. Кепка Захарчика. Окейшки. Давайте. Я участвую в скайпе. А, нет, ты не побеждаешь, потому что нужно было оставить у себя на страницу ВКонтакте только ссылку, да, а не в скайпе. Так что, если что, извиняй. I'm free lucky, давайте смотрим, кто еще у нас дальше здесь есть. И, Даркович, давайте зайдем в ВКонтакт сначала в его, посмотрим, есть ли репост. Репост, по-моему, должен быть, ну, не знаю, по идее, да, это ж несложно делать, по идее, репосты. Сейчас мы с вами проверим. Так, ищем и еще раз ищем, так, где? Я не вижу репоста, это когда было 30 июня, а конкурс у нас был 28-го, да? Ладно, давайте еще ищем, это все 30-го, сейчас пролистаю. Так, это уже 26-е. Так, репостинга нету, да, по-моему? Точно? Да, ребят, репоста нету, это означает то, что, чувак, ты не побеждаешь в конкурсе, пожалуйста, извиняй, но, в принципе, ты сам не выполнил правила. Идем дальше, так, кто же успеть, ты победитель? Давайте, надеюсь, сейчас мы его найдем. Так, и Кузница Сахи, давайте зайдем сюда, ВКонтакт, конечно, для начала зайдем, давайте посмотрим, есть ли тут у нас репостинг у него. Так, и ищем, 30-го нужно искать, все, что есть 30-го и выше, да, все правильно говорю. Так, ну что ж, ребят, ищем, еще, где ж ты есть? Так, это что, 21 февраля? Да, ребят, репоста нету, означает то, что ты тоже не побеждаешь в конкурсе, печально, ищем следующего победителя. Так, все, это можно закрыть, конечно же. Так, блин, мне уже пишет ВКонтакте, вау, круто. Ладно, давайте, ребят, дальше. Так, ну-ка, ну где же пятый победитель? Да почему я его не могу найти? Big Billy Channel. Так, отличненько. Пиши в скайп, я у тебя есть. Нет, не по правилам. Идем дальше, нужно было оставить, как я говорил, потому что... Вот, все, отличненько, ВК. Зачем мне тратить свое время на ваш скайп, если вы сами участвуете? Это ж не надо, вам нужна лицензия. Правильно. Все справедливо говорю. Идем, ищем. Так, это 1 июля у нас. Есть репост? Ищем. Давай. Ну?
Ну как так? Ну ё-моё, я не могу найти человека, который сделал репост ВКонтакте. Окей, так это точно тот? Может, я мало ли опять на ту же страницу зашел? Да, это тот. И репоста я не вижу. Сейчас даже второй раз просмотрю. Мало ли что, вдруг я так потупил и не нашел репост. Ну, да, ребят, я не нашел, кажется, репост. И это, если честно, плоховато, ребят. Ладно, давайте тогда идем дальше. Так, ну, давай, Биг Билли Ченнел был уже. И... Ну, давай, вот сейчас, надеюсь, это будет Маркези Клал. Извини, если неправильно прочитал, то просто реально бывает, что неправильно читаю. Мало ли, всякое же бывает. И меня тоже бывает неправильно читает, например, Титмоус или просто Титмоус. Бывает по-всякому. Вот, ребят, у нас тут конкурс на 5 лицензий Майнкрафта, репост есть. И теперь заходим в контакт. Ой, господи, я есть в контакте. Ой, господи, в Ютуб, ё-моё, я не то говорю немножко. Вот, каналы. И открыт ли у тебя фит? Фит-то открыт. И сейчас надо посмотреть, подписан ли ты на меня и на спонсора. Да, ты подписан, и ты 5-й победитель конкурса. Я тебя поздравляю. И, ребят, все, кто проиграл, пожалуйста, не расстраивайтесь. Да, конкурсы, конечно же, еще будут. И вы еще, возможно, у вас еще будут возможности выиграть. И на этом, ребят, мне кажется, осталось вам пожелать удачи. Кстати, ВКонтакте забыл написать то, что ты выиграл. Да, ВКонтакте заходим. Да, все лицензии, конечно же, потом отправлю. Ты даже у меня в друзьях нету, а как я тебе лицензию отправлю? Да. Окей, сейчас... Вот, давайте тогда вот так напишем. Привет, ты выиграл лицензию. Отличненько. Вот, привет, ты выиграл лицензию и... А, все, господи, я уже думаю, что такое. Скоро отправлю. Все, ребят, отличненько, вот. Отправить ему. Все, ребят, на этом вроде как все. Всем спасибо за просмотр. Если вы, повторяюсь, вы еще раз проиграли, то, пожалуйста, не расстраивайтесь. Конкурсы еще будут. Всем удачи, всем пока, всем до скорых встреч.